20 июня в парке прошла социальная акция, приуроченная ко Дню молодежи. На мероприятие съехались молодые люди с ограниченными возможностями из Харциска и соседних городов. Это республиканская тематическая фотосессия. Называется она «Остановись мгновение, ты прекрасна». Она у нас проходит в городе уже третий год. Проводится она для молодых людей с ограниченными физическими возможностями. Главной фотозоной мероприятия стал городской парк. Каких-то пара минут, и команда стилистов и визажистов подчеркивает красоту участника акции. Далее за дело берутся профессиональные фотографы. Впрочем, можно было сделать несколько снимков и на собственный смартфон. Благо, к фототворчеству располагали и общее приподнятое настроение, и декорации, подготовленные к мероприятию совместными усилиями. Также мероприятие организовано при содействии парка, городского дворца культуры и центра детского и юношеского творчества. При поддержке Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики всеми такими общими силами мы делаем уже третий год для молодых людей такой небольшой праздник, праздничную фотосессию. То есть дарим, так сказать, такое хорошее настроение нашим участникам и незабываемые эмоции. Со словами поддержки к участникам мероприятия обратилась заместитель главы Харцизской горадминистрации Наталья Бондаренко. Вызывает уважение ваша сила духа, ваша активная жизненная позиция. Я желаю, чтобы ваша сила духа не имела границ. Я желаю вам счастья, благополучия, любви близких, здоровья, всех благ. С праздником, дорогие друзья! После окончания мероприятия молодых людей ждали сладкие призы и флешки с фотографиями на память.